12 июня в Израиле в городе Кирьят-Ям прошло праздничное мероприятие, посвященное 45-летию первой волны репатриации из Грузии. На сегодняшний день община выходцев из Грузии в Израиле насчитывает около 150 тысяч человек. На праздник в Кирьят-Ям приехали представители общин разных городов со всех концов страны. Гостей приветствовал мэр Кирьят-Яма Давид Эвенцур. В своей речи он отметил важную роль, которую играют выходцы из Грузии. Немало видных представителей общины занимают важные посты в политике, экономике, образовании, а также культурной и спортивной жизни страны. На праздничном вечере присутствовал представитель Всемирного конгресса евреев Грузии профессор Давид Базов, уважаемые раввины, представители научной и творческой интеллигенции. Вечер украсили мужской вокальный квартет «Золотые звезды» под управлением Бадарика Киашвили, а также великолепный ансамбль народного танца под управлением Шата Цафниашвили.